не было года, чтобы он не приезжал к нам. И несмотря на то, что у Миши был большой двор, он всегда говорил, Нема, Мечтому там начинал, Мечтухтором начинал. И когда он приезжал, он всех помнил. Он сразу, не взирая ни на что, брел трубку, Ошет, Маомадам, Нерё, Маомадам. И все тут же появлялись в нашей доме. И когда я уходила на работу, говорила, да мам, почему чека дырмам? Он говорил, Джимань, да и шкура одну больше, а мутах чит брод, гоша брод, гоша тынч больше. И я действительно уходила спокойно. Он очень любил наши семьи, он любил наших детей. Всегда был дружен с ними. Он приходил домой, если у него спина болела, он кричал «Вадько!» И Вадик уже знал, залезал на спину деда и массажировал его ногами. Я говорила, Вадик, смотри, это, чтобы ничего не было. Нет, дед крепкий. Давай, давай, Вадик. Он всех своих внуков обожал и всегда мне говорил, Соня, Гамхульбо, манчеси духтрота тайорка дам. Вот. А так получилось, что он так и не увидел свадьбы моей дочери, которую мы назвали в честь.